3 июля. Выхожу утречком на участок полюбоваться с утра на цветочки. Благо есть на что любоваться. Ну и, конечно же, посмотреть на состояние виноградных кустов. Ягоды прекрасно наливаются. Болезней не заметил. Листва чистая. С одной стороны и с другой. Биопрепараты работают. А здесь куст, который был обрезан на омолаживание. Вот он, поближе. Спустимся к основанию куста. Вот растут побеги. 4 мощных там, из которых будут формироваться рукава. Один, второй с той стороны. Еще 2 мощных. И несколько не очень сильных. Но я и их не обрезаю для того, чтобы лоза не жировала, чтобы побеги не жировали. На жирующих побегах плохо закладываются плодовые почки. В следующем году урожай может быть слабый. Я сейчас не удаляю с побегов, с этих мощных побегов пасынки, оставляю их расти. А осенью, после вызревания лозы, перед укрытием на зиму, обрежу все лишнее. Вот, прекрасный куст растет с мощными будущим 4 рукавами. Возможно, будут побеги и на 5-й, и на 6-й рукав. Вот так выглядит основание куста. А здесь Виктор, привитый на Тимур. Вот, прививка сделана 3 года назад, осенью, в штамп куста. Сила роста куста сильная, куст мощный, урожайность очень хорошая. Кстати, на окрашенных сортах листья в районе грозди убирать не рекомендую. А здесь Молдова на арке. И Аркадия заложила неплохой урожай. Листва чистая, болезней не замечено. Вот отверстие кто-то прокусил. О, все есть хотят. А тут же рядышком, между рядье, недавно посадил огурчики, феникс. Они плодоносят практически до самых морозов. Это на замену тем, которые на сетке. Амур. Это феникс. А вот подошел еще к одному кусту. Это прививка Велес на Аркадию, сделана в ноябре прошлого года. Отлично растет, хорошие побеги, будет из чего сформировать рукава. Точно так же не обрезаю и не удаляю пасынки, чтобы побеги основные, которые буду оставлять на рукава, не жировали. Вот этот же куст, его основание. Вот видите, это один привитый черенок. У него распустилось 2 глазка. Один и второй. Отсюда пошли побеги. Пасынки от побегов. Вот. И вот дальше, вот здесь следующий. Если его видно, видно. Тоже 2 глазка распустилось. Один побег и второй там дальше. То есть побеги мощные, хорошие. Будет из чего сформировать куст. А вот один маленький череночек. Здесь глазок
не распустился. Но достаточно 4 распустившихся глазков на осенней прививке. Хороший обход утренний, довольно приятный. Идем дальше. По пути проверяю огурчики. Нет, пока маленькие, только собрали их. Это еще один сорт, не знаю какой, прямо по земле, не на сетке. Цветы цветами, а кушать-то хочется. Поэтому помидорчикам тоже не даем скучать. Это Санька. Урожай давно уже собираем. А эти не совсем красные, но уже бурые. Через пару суток дойдут. Вот еще. Вот уже покрасней. Салатик будет. Небольшой урожай. На салатик точно хватит. Подхожу к инжиру. Ягод маловато в этом году. Прищипнул некоторые побеги, чтобы стимулировать образование плодов. Не знаю, как их назвать. Плоды, ягоды. Какая разница? Инжирины. Не забываю посмотреть на пассифлоры. Первые цветочки. И еще. Красивые. Интуку. Иду дальше. Подхожу к кусту велес. Вот здесь выращиваю саженец воздушным отводком. Пусть укореняется прямо на кусте. А это моя любимая лора. Классика. Здесь еще несколько кустов инжира. Брунсвик. Далматский. И виноград. А здесь растет, собирается скоро зацвести будлея Давида. Красивейшие цветы. А здесь подросший саженец академика Вицба. Побеги уже сантиметров по 40-50. Сажал совсем крошечным. Ссылочка слева вверху вы видите. Посадка саженца академика Вицба. А рядом растет пассифлора Фредерик. Пока еще не цветет. Но жду, и зацветет, и надеюсь, получим плоды маракуйя. Ну и конечно же, не могу пройти мимо прививки в штамп куста Гелиус. Привил 3 глазка, двухглазковый и одноглазковый, черенки академика Вицба. Вот они. Принялись 2 глазка. Вон там один глазочек. Вот один глазок. Как его видно, нет? А так, один верхний и внизу второй. Второй я прищипнул над третьим листом, чтобы вырастить 2 пасынка, возможно, на рукава. Если не получится, вырастут вот из этих нижних пасынков, который на основном побеге оставил. То есть уже будет возможность сформировать 4-рукавный куст. Побеги растут не очень интенсивно. Ну, во-первых, прививка была сделана в апреле этого года. И куст не очень мощный. Кусту 3-й год. Но все равно прививка радует. Академика Вицба.
основной побег здесь уже с метр длиной. Ну а пасынки сантиметров по 40. А время у нас только начало июля. Иду по междурядье и смотрю, где скосить траву. Слева скошено, справа уже пора косить. А потом обработаю Байкалом. М1 траву оставлю как мульчу. Обработаю Байкалом 100 грамм на ведро воды. И она тут же начнет перепревать. Вот такая вот у меня прогулка утренняя по участку. И, конечно же, не могу пройти мимо малины. Вчера уже собирали. Завтра тоже будем собирать. Прекрасный сорт. Хорошо. Спокойно. Красиво. Всем вам хороших урожаев. А пока попью чайку. Приятного. Ой, хорошо. А вот и дождик пошел. Обход по участку произведен. Дождь начал свою работу. Блестят капли воды. Красиво. Все посвежело. Хорошо. Виноград обработан. Не страшно.